Ребятушки, я походу телефон нашел, смотрите. Кто-то забыл. Я не знаю кто. Ну реально, но он весь разбитый, смотрите. Я не знаю даже, что это за труба. Какой-то Samsung. Друзья, всем привет! Сегодня приехала вот такая вот посылка из Китая. Я уже пакет, правда, снял, посмотрел, что внутри, все нормально. Нашел я недавно вот такой вот телефон на лавочке возле мусорника. Не знаю, он был выкинутый или нет. Это Samsung A12, как я понимаю. И сделанный он, как мы видим, во Вьетнаме. Хотя он должен быть из Индии. Но там разные сборки. В общем, телефон полностью рабочий. Я его включил. И здесь вот такой вот разбитый дисплей, к сожалению. И вот эта вот посылка как раз для этого телефона. Значит, заказал я модуль. Вот так вот он выглядит. Вот такая вот дырка под камеру. Шлейф. И заказал я еще вот такое вот бронестекло, которое мы поклеим на данный модуль. Вот скажите честно, какой вам нравится дизайн? Samsung или Yumidigi A5 Pro? Кстати, здесь сканер отпечатка сбоку, а здесь задняя часть. Как по мне, мой нравится. А вот этот, ну, как-то вот эта квадрокамера, как-то, ну, я не знаю, мне не очень. А так, телефон, конечно, хороший, но, к сожалению, он заблокированный. Но я его сейчас разблокировать не буду. Его можно разблокировать. Это делается очень-очень быстро, так как я работал в сервисном центре. Делаю я вот так вот. И вот, друзья, телефон у нас полностью целый. Заменил я здесь модуль, и все отлично у нас работает. Вот такой вот замечательный у нас дисплей, и сверху поклеено у нас защитное бронестекло. Сейчас я вам покажу фотографии с телефона, как раз у нас выпал снег, и покажу, как данный телефон Samsung A12 Pro фотографирует. И ссылка, конечно же, на модуль, на стекло и на сам телефон будет в описании. На этом у меня все, ставь лайк, подписывайся и не забывай про колокольчик. Всем пока! Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.